Девочки, здравствуйте! Сегодня будет обзорчик вот таких вот зимних пластин со снежинками от Николь Дайри. Я надеюсь, что Николь Дайри не подведет, потому что он способен на этом. Мне кажется, уже ленивый не купил себе эти пластины, потому что эти снежинки – это что-то. Вы любите новогоднюю тематику, девочки? Я так очень. Ну, здесь не новогодняя, здесь именно снежинки. Это все, это можно полгода, девочки, идет. В России зима полгода, поэтому снежинки можно носить 6 месяцев так точно на каточках. Поэтому это не только Новый год. Это вся зима. Чисто зимняя пластиночка. Номер 201 Николь Дайри и большая XL пластина L32. Так, девчонки, красотень-то какая нам сегодня попалась. Надеюсь, что тут пушок не сгладит, будет хорошее качество. Сразу возьму типсочку синенькую. Хочется на типсочке это сделать, показать. Значит, это у нас лак Вена Лиса Elegant Blue, элегантно-синий. Номер 1067. Вот такой красивый. Он такой прям зимний, да. Возьмем сейчас, я думаю, просто белый стемпинг сделаем, да. Просто белый стемпинг. И возьмем какую-нибудь симпатичную снежинку. Сейчас я найду что-нибудь. Чтоб так, господи, здесь так все красиво, если честно, даже... Даже сложно. Давайте возьмем самый красивый рисунок, вот этот. Раз уж мы на типсе, надо красиво что-то сделать, правильно? Так. Угу. Вот, девочки, у нас получился настоящий зимний рисунок. Еще... О, камера. Посмотрите, вот она. Зимушка-зима. Снег, да? Ну, классическое синее такое сочетание, да? Сейчас я достану стразик и перелепим стразик. Будем клеить стразики. Мне девочки написали, что я не, ну, надо снять вот с этой штучки вот такие пленочки, да. А, вот я сняла, тыкала тут до пленки, видите, стыкала. Оказывается, я даже не заметила эту пленку. Если бы мне девочки не написали бы, я даже в жизни бы не узнала бы. Так, уберем. Сейчас мы проверим, девочки. Правда, он будет липучий или нет? Так. Возьмем какой-нибудь ненужный нам топ. Правильно, зачем нам тратить хороший топ? Мы не будем тратить хороший топ, а он, а старый не открывается. О, не хочет открываться, господи, что ж такое-то? Ладно, возьмем первый попавшийся. Главное, чтобы не матовый. Такс. Хочу украсить снежинки стразиками, чтобы он был красивым. Рисуночек наш. Ну, правда. Правда липучая штучка стала. Так. Все. И вот со снежинками стало еще красивее. Вот настоящий зимний дизайн. Да, сейчас я ее высушу, уж не буду тут крутить, вертеть. Посушила, а то боюсь, что стразики поотлетают раньше времени. Так. Ну, ты будешь во. Так, уберем наш, чтобы не отвлекаться. Ну, в общем, вот такой у нас зимний получился маникюрчик. Класс. Так, сейчас я продублирую этот рисуночек обязательно на листочке, потому что мне нужен он не только на типсе.
Я надеюсь, что сегодня Николь Дайри будет хорошо себя вести. Так, идем дальше. Вот эти потрясные просто. Мы сейчас тоже с вами какую-нибудь типсочку сделаем. Вот эти рисунки, это просто что-то с чем-то, девочки. Так, лишь бы не подвела пластину, потому что все может быть с этими Николь Дайри. Так, сейчас возьму какую-нибудь красивую. Вот понимаете, тут вот все-таки снежная тематика, поэтому как бы сильно тоже возьму сейчас еще другой лак, чтобы проверить пластину. Так, сейчас сразу на один рисуночек. Снежинка. Вот они наши снежные рисуночки, да? Мне вот эти два очень нравятся. Очень. Вообще. Здесь пластина, кстати, ну очень интересная. Сейчас мы обязательно еще с вами... Вот этот я хочу сделать на типсе. Ну, здесь, конечно... Есть, конечно, это что-то еще. Я просто даже думаю, что мне вам показать. Я думаю, наверное, все-таки вот это. Так, ладно, сейчас. Сейчас все посмотрим. Все постепенно, она слишком красивая, девочки. Слишком красивая. Слишком интересная. Такую взял пластину и на все года. На все зимние года, да? Прилипает к бумажке. Кстати, мы можем вот этот использовать как френч. Девочки, как френч. Вот так вот сажать. Вот так. И будет новогодний френч. Это прям вообще. То есть можно и полосочкой. Ой, я буду думать, потому что пластина интересная. Так, давайте я возьму сейчас типсу голубую. Попробую сделать многослойное что-нибудь. Что-нибудь многослойное. Это такой же, как у меня на ноготочках. Оттенок, ой, сейчас скажу. Candy Blue. 10,59. Я хочу сделать многослойный. Знаете, как я сделаю? Я сделаю два оттенка. Сначала средний голубой, потом синий. Что-то грязная типса. Сейчас я ее вытру. Сделаем, да, многослойный в синих оттенках. Так как это все-таки зимний вариант. Давайте я сделаю большую снежиночку. Сейчас я просто думаю, мне какой рисунок лучше взять из-за этих. Сейчас, девочки, секунду. Сейчас надо подумать. Угу. Все, ладно, попробуем. Мы экспериментируем. Мы все-таки не маникюр снимаем. Мы экспериментируем. Когда дойдет дело до маникюра, да, мы снимем маникюр. А сейчас нам... Мы просто экспериментируем. Даже снежинки попали. А ну и хорошо. Мы их задействуем, раз они попали в кадр. Правильно, девчонки? Раз попали, значит надо. Вот у нас вот такие... Можно и так оставить. Я не планировала эти две снежинки, но пусть будет. Пусть будет. Так, и сверху сейчас с вами возьмем вот этот. Уже возьмем потемнее. Уже какой-нибудь синий, да? Темно-синий. Посмотрим, что получится. Может, как бы и ничего интересного, а может быть и интересное.
И сейчас в хаотичном, вот как захочется нам, так мы и разместим. Вот у нас многослойный стемпинг. Падали снежинки, как говорится, да? Я сейчас еще топом покрою, чтобы нам все с вами. Задний план снежинок, передний план снежинок. Видите? Сейчас топом покрою. Девочки, не обращайте внимания на сверление. У меня тут у соседей начался ремонт. Я так понимаю, это на полгода. К сожалению, ничего не могу с этим поделать. Смотрите, все, я покрыла топом. Смотрите, как с моим мизинчиком сочетается. Он тоже, да, тот же лак. И вот у нас вот такой двойной рисунок. Очень получились симпатичные. Очень симпатичные. Я смотрю, ну просто. Просто супер. Так. Идем дальше. Под звуки сверления мы идем с вами дальше. Так, я просто думаю, что нам сегодня все с вами, все будет с вами голубое. Так, давайте возьмем что-то серебряное, что ли, тоже. Он, кстати, будет неплохо смотреться в нашей тематике, да? Я просто думаю, я не помню, хороший ли вот этот. Дай-ка я все-таки Beauty Big Bang возьму, он как-то надежнее. Так, используем нашу черную бумажку. Меня до сих пор девочки спрашивают, где я взяла такой блокнотик с черной бумажкой. Девочки, я его нигде не брала, я просто приклеила из Леонардо черную бумажку на белый обычный, да, альбом. Вот серебристые снежинки. А давайте, кстати, возьмем черную типсу, да, и сделаем на типсочке. Я думаю, на типсе надо сделать что-то вот отсюда, потому что здесь потрясные рисунки. Все один краше другого, я вообще в шоке. Так, ладно. Возьму вот этот все-таки, попробую вот этот Николь. Боковые, конечно. Так, сейчас. Где? Где? Что-то у меня такое чувство, что он высох. Ладно, проверим. Опачки, ничего не высохло, но попала какая-то бяка. Ну. О, как. Абстрактная такая, я бы сказала, снежинка. С маленькой вот этой снежиночкой. Очень симпатично. Сейчас я сниму вот эту вот грязь, капельку, и сделаю топ. Тем, как покрывать топом, а давайте тут вот возьмем и снежинку положим, еще серебристую, вот допустим вот эту. И достроим с вами рисунок. Ой, тут я много захватила. Сейчас я посмотрю, какая лучше ляжет. Во, получилось у нас еще снежинка. Вот видите, я доставила снежинку. То есть, как конструктор, конструируйте рисуночки. Тут вообще и мелкие детали есть, и крупные, вот и треугольнички, вот такая снежинка, как будто она прям летит, как комета. В общем, прикольная пластина. Так, пока сохнет топ, мы сейчас... Вот эта часть мне очень-очень нравится, девочки. Сейчас возьму просто черный, чтобы были видны все линии. Я, конечно, буду еще мозговать, что тут можно скомбинировать. Но мне очень нравится эта пластина. Так, попробую, вдруг не высохла. Высохла. Так, вот, посмотрите, девочки, уберу пока типсы. Это просто, да, вот эти два.
Обалденные рисунки. Очень. Ну, можно тут вообще, тут, если хорошо развита, да, вот творческая жилка, да, то тут можно вообще такое напридумать. И всякие вот именно что. Очень классная здесь пластина именно для многослойного стемпинга. Девочки, я напоминаю, что это у меня из H&M штука. Это тоже все время спрашивают. Так. Очень мне нравится. Так. Посмотрим, как он перенесется. Потому что достаточно широкая. Достаточно широкая линия. Отлично, отлично. Посмотрите. Вот это вообще, да, девчонки. Можете сделать как френч. Вот эту штуку, как френч. И вот она вниз уходит. Вообще бомба. Вот мы с вами маникюрчики какие придумали. Красотень-то какая. Так. Вот эту часть хочу попробовать тоже нам с вами тут перенести. Обязательно на листочек. Так что, девочки, напишите, как вам зимняя тематика? Любите снежинки? Не знаю, мне кажется, снежинки даже круче, чем сердечки смотрятся. Дизайн. Как вам? Они такие милые. Мне кажется, сердечки могут раздражать, а снежинки нет. Потому что, ну, снежинки, они такие милые. Вот здесь я плохо перенесла линию. Ну, поторопилась. Но смысл понятен, да? Смысл понятен. Абстракция. Красота. Вторая маленькая пластиночка, кстати, очень тоже интересная. Очень тоже интересная. Боже, а вот эти какие... Сейчас очень модно вот эти все палочки. Очень модно вот эти всякие палочки. Угу. У меня сразу мысли включаются, как чего тут скомбинировать. Я еще буду мозговать, мозговать. Угу. Ну, переносится все хорошо, в принципе, там, если не торопиться. Все хорошо будет. Удлинять будет ноготочек вот эти рисуночки визуально, да? Когда вот такие вот. Вот здесь у нас снежинки такие как бы в полете. Да, как кометы, да, с хвостом. Очень симпатично. Вот это мне нравится. Я бы, конечно, именно сделала многослойный стемпинг. Прям просто. Девчонки, да он и не особо и сложный, да? Кто пробовал многослойный? Не такой уж он прям и сложный, правильно? Вот это все время у меня выпадает. Надо ее заменить. Надо ее заменить. Вот, видите, летит снежинка. Сейчас очень модно. Вот это вот, заметили? Сейчас очень часто вот такие рисунки появляются с такими... полуфонами, да, как будто мазня какая-то, как будто краской мазнули, да. Очень сейчас модно вот такие вот пятнистые фоны. Оп, как будто след краски, да, остался. Очень это модно. Ну, вот эти снежиночки вы можете просто по отдельности лепить. Я вам говорю, да, добавлять, как я взяла большую, на нее сверху вот это. Также здесь вы можете любую взять снежинку на большую, на нее налепить вот это. Это и будет... в технике многослойного стемпинга, да, взять светло-голубой, на него синий, да, допустим, серебряный лак, и это у вас будет вообще чисто такой зимний маникюр. Даже с эффектом, я бы вам сказала, что это иней, до меня дошло. Это эффект еще такого иния, как на кошке, например, да. Девочки, ну для маленькой мне захотелось взять типсу. А, давайте сейчас... тоже сделаем беленьким. На красный тоже. Это, кстати, красно-белый. Это тоже у нас достаточно зимний вариант. Да? Как ассоциируется вот этот Санта-Клаус. Он такой вот красно-белый. Да?
Поэтому это достаточно такое сочетание. Отлично. Как мне нравятся девчонки. Сейчас я еще топом покрою. Вы посмотрите. Ну круто же, а? И ничего больше не надо. Вообще круто. Так, типсочка пока сохнет. В конце я обязательно покажу все наши типсы. Сейчас я белым перенесу на наш черный фон, чтобы у меня осталось на память, да, эти рисуночки с этих двух пластиночек. Угу. Отлично, просто. Белым это вообще просто, да, девчонки, как красиво такой вот изгиб, да. То есть здесь элементы вензелей, да, вензеля и снежинки. Знаю, что есть девчонки, которые обожают вензеля. Вот это для вас. Не знаю, прикольно смотрится. Но дизайн прикольный, что не скажи. А этот все сверлит и сверлит, мешает мне снимать. Мешает мне снимать видео. Посмотрите. Еще этот кусочек остался. Мне очень нравится белым. Маленькая, знаете, вот она такая маленькая, но она прям удачная. Вот просто. Сейчас вот этот вот кусочек вот сюда сделаю себе. Так, ну с белыми покончено. Сейчас еще вот здесь вот доделаем. Уже руки чешутся, чтобы какой-нибудь дизайн придумать. Угу. Просто руки чешутся. Вертите, крутите, как хотите. Это рисуночки, девочки. Потому что эти снежинки, это такая милота. Просто. Это просто очень мило. Посмотрите, вот такой листочек у нас сегодня. Весь в снежинках, да? Ну, кстати, красный тоже классно смотрится. Красный оттенок, да? Серебро, красный. Это все такие вот зимние цвета в маникюре. Синий, серебро, голубой, белый. Это все такое зимнее у нас. Ну что, девочки, давайте подведем итоги. Мне очень нравятся вот эти типсы. У нас так красиво сегодня с вами все получилось. И красный, и черный типсы, и голубая, и синяя, и серебряная. Так все красиво. Девчонки, вообще советую эту пластину для любителей многослойного степпинга. Тут вообще можно развернуться просто шикарно. И малышка тоже очень интересная. В общем, девочки, обязательно пишите ваше мнение. Все почитаю, всем отвечу. Надеюсь, я была вам полезна. До новых встреч!